Консольник определился. Скорость верная. Для верности попробуем поменять. Терминал не отвечает. Пробуем перезагружаться. Питание подал. Так вот, светодиод, серенький, молчат, загрузка идет. Линки проснулись. Катываемся на предыдущую прошивку. Перезагружаемся. Вентилятор коммутатора крутится. Но светодиод ошибки горит красным.
Это не так важно, но главное, что стабильность. В этом шкафу есть принудительное охлаждение, поэтому ну, не так это важно, лишь бы короткого замыкания не было. Так, все, линки проснулись. Все, абонентов мультикаст есть, Type TV работает, можно отключаться. Сейчас сохраняемся, выходим.